Activision представляет «Взрывная волна из прошлого». Разработана Vicarious Visions. Это Crash Bandicoot. Это Crash Bandicoot 3! Свобода! Наконец-то! Ука-ука на свободе! Нет, не может быть! Зло! Великое зло явилось! Еще никто ни разу не осмелился разочаровать великого Ука-Ука, но ты, Кортекс, ты разочаровал меня дважды! Великий Ука-Ука, это все проклятый бандикут! Из глубин моего храма тюрьмы я посылал тебе простые поручения, но ты потерял камни! Ты потерял кристаллы, а я потерял свое терпение! На этой планете больше нет источников энергии! Я знаю, у нас были неудачные попытки. И провалы! Однако твоя криворукость освободила меня, и я проявлю великодушие. Все еще есть способ накопить энергию, необходимую для порабощения этой жалкой планеты. И в этот раз, великий Ука-Ука проследит, чтобы ты все сделал как надо! Спустя много эр, мой слой-близнец Ука-Ука выбрался из подземной тюрьмы. Давным-давно я заточил его там, чтобы защитить мир от его злобы. А теперь он снова на свободе. Его нужно остановить. Дети, Ука-Ука и Кортекс планируют использовать машину искажения времени, чтобы заполучить кристаллы, что разбросаны во времени. Я собрал вас здесь, чтобы вы захватили кристаллы раньше них. Чтобы открыть временной портал, просто встаньте на кнопку и прыгните в портал. Удачи! Крэш, крэш, крэш. Что ж ты постоянно гадишь мою песочницу? О, глянь-ка, у меня тут тоже есть маска в помощь. Вскоре мы узнаем, кто из нас сильнее.